Долгожданное новоселье в жилом комплексе «Ключевой», который возводится вдоль западного шоссе в поселке Княжово, ввели в эксплуатацию дом первой очереди. К заселению готовы 36 квартир. С новоиспеченными хозяевами познакомилась наша съемочная группа. Дорогие друзья, жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» заканчивает строительство первой очереди. И сегодня мы торжественно передаем ключи от первой квартиры первым дольщикам первого дома. Спасибо большое. В первой очереди жилого комплекса «Ключевой» возведены 4 дома. Хозяева квартир строения по адресу Западное шоссе 444А, корпус 1, уже могут готовиться к долгожданному новоселью. Первыми открыть дверь своей квартиры в новостройке выпало семье Олешко. На торжественное вручение ключей от новой жилплощади Ольга Олешко, экономист управления ММК, пришла с двумя дочерьми. Глава семьи в силу занятости на работе оценит новое жилье чуть позже. Что может быть важнее своего жилья? Наверное, только квартира, которая выполнена высоким качеством и удовлетворением ваших требований. Это не первая наша квартира в Ключе. Мы знаем уровень комфорта в этих квартирах. Ну и кроме того, ценовая политика. Все-таки это жилье строится для работников группы ММК. Поэтому постарались попасть именно вот этот микрорайон, здесь жить. Просторные квартиры с чистовой отделкой от жилищно-инвестиционного фонда «Ключ» отличаются грамотной планировкой. Качественное благоустройство прилегающей территории, комфортные детские площадки для детворы тоже давно стали визитной карточкой застройщика. Также большим преимуществом нашей квартиры являются современные, качественные, экономичные газовые котлы, что позволяет жителям собственноручно выставлять нужную температуру в собственной квартире. Это особенно важно в межсезонье. Позвольте вам вручить профсоюзную организацию вот этот сертификат на приобретение бытовой техники. Спасибо огромное. Счастья, благополучия, всех благ. Семья Олешко многодетная. Полуторагодовалый Степан остался под присмотром родственников и в силу юного возраста не участвовал в торжественном мероприятии. Но и для него приготовили сюрприз на предстоящее новоселье. Самому маленькому кот, который зашел самый первый, то есть кошку нужно запускать первую в дом. То есть мы кота запустили первого, он уже на подоконнике себе место нашел. Так что спасибо, живите, да. Получайте удовольствие. И пусть у вас всегда будет смех, веселье в доме. А с вводом в эксплуатацию домов в первую очередь для работников ММК и дочерних предприятий Магнитогорский металлургический комбинат в очередной раз показывает свою социальную ориентированность. Несмотря на непростую обстановку и все трудности, которые возникли перед нами, мы все свои обязательства перед дольщиками выполнили в полном объеме. В планах возведения второй и третьей очередей жилого комплекса «Ключевой» со временем смогут отметить новоселье еще более 280 семей. Дина Наумова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.